Здравствуйте! В наши дни люди все чаще сталкиваются с проблемой очистки питьевой водопроводной воды от бактерий. Существуют водоочистители, которые позволяют отфильтровывать частицы размером около 0,1 микрона, а это гораздо меньше любой бактерии. Это возможно благодаря полуволоконной микрофильтрационной мембране, такой, какая используется, например, в водоочистителе Aquaphor Crystal Egg. Такая мембрана попросту отфильтровывает бактерии. Однако как же убедиться в этом на деле, ведь бактерию невооруженным глазом не увидишь. Давайте проведем эксперимент. В качестве тестового раствора мы будем использовать суспензию на основе природного минерала гематит. Частицы такой суспензии соразмерны бактерии. А если вы захотите повторить этот эксперимент в домашних условиях, вы легко можете найти гематит в любом художественном магазине, поскольку он используется в качестве краски. В водоочистителе Aquaphor Crystal Eco за удаление бактерий отвечает модуль К7В. Его-то мы и будем тестировать. Давайте подготовим наш модуль к эксперименту и приступим. Итак, мы подготовили наш модуль к испытанию. Давайте приготовим суспензию гематит. Для этого растворим навеску в 5 литрах воды. Наша суспензия готова, давайте перельем ее в одну из колб. И сейчас при помощи насоса мы будем пропускать суспензию через испытуемый модуль, а в этой колбе у нас будет образовываться чистая вода. Итак, результат налицо. Профильтрованная вода абсолютно бесцветна. Водоочиститель Aquaphor Crystal Eco прекрасно справился даже с такими мельчайшими частицами, как частицы гематита. А это означает, что если в вашей воде появятся бактерии, он справится с ними так же хорошо. Ничего лишнего, только вода.